В общем, видео сегодня будет такое вот все снежное, приснежное. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Надежда. И сегодня я вам хочу показать нашу красоту опять снежную. Смотрите, как снег идет. И мне пишут все, ой, сколько много снега, нам бы. А я, знаете, что думаю иногда, может быть, зима вообще только у нас, вот здесь, в нашей области. Потому что многие пишут вообще температура плюс 8 и 10, и вообще там трава в Подмосковье зеленая. А у нас до травы, чтобы добраться, знаете, сколько надо рыть. И вот мы каждый день снег этот роем. В смысле, тропинки копаем, чистим. Представляете, гору опять не видно. Вон, видите гору, а я не вижу. И живем мы как будто бы вот... Только наш огород, и больше ничего нет вокруг. Представляете? Вот так мы зимой живем. Вон, видите, что снег идет. Ну, вообще, если честно сказать, мне нравится, когда снежок такой большой. Раз снег идет, значит, тепло на улице. А у нас обещают морозы. Морозы нешуточные. До 30 и выше. Но только 3 дня почему-то. А больше нет, не будет. Так пишут. Голубя сегодня утром покормила. Снимать не стала. Думаю, каждый день про голубя снимаю. Один мне написал, зритель же, что вы надоели уже со своими голубями. Все показывайте голубей. Ну, в общем, я хочу про гусей посмотреть. И я так про себя подумала. Думаю, правда, каждый день голуби. Пойдемте-ка в стайку лучше, посмотрим гусей. Это я вам и сейчас предлагаю. Пойдемте посмотрим. Переключиться. Сейчас дойдем как-то до стайки. На крыше снега снова. Ой, стайку. Вот смотрите, что утром же ходили уже в стайку. Вот видите, что. Видите, как занесло все. Утром же были в стайке. Представляете, что? Это вообще кошмар. Вот они, мои хорошенькие, тут сидят. Хорошо вам, да? Не холодно сегодня? Тепло. Красота. Это кто забыл, это у нас Фимочка, Фомочка и Серая Шейка. Спокойно, ребята. Так, дальше пойдем. Так, сейчас я свет включу посильнее. Ну вот. Петя занимает, как всегда, свое положение верхнее. Петя, ты сегодня мне петь не будешь песенки, да? А, Петь. Что-то провода какие-то висят, все. Петя, что тут случилось у вас? Ну, давай. Ну, спой, красавица моя. Ай, какой молодец, какой хороший Петенька. Вот он, забегал. Ах ты мой ненаглядный. Ну, молодец, курочки все ходят. Все довольны. Гошенька. А это сынок Гошкин.
что-то рассказывают друг другу, рассказывают. Ну, в общем-то, зимой, знаете, как зимой зайдешь в стайку, как-то скучновато, темновато. Летом интереснее, конечно. Ну ладно, посмотрели, пойдемте дальше. О, уже их нету здесь. Ну, бегайте. Он идет как. Мы живем в деревне, ну все знают. И вот пищу мы, конечно, едим свою, деревенскую, простую. Но вот я была в магазине. И вы знаете, увидела вот эти мороженые продукты. Значит, в составе морепродукты и оригинальные пряности. 8-10 минут и все готово. И так мне захотелось этих морепродуктов попробовать. Потому что у нас здесь морепродукты продают, которые рыбу. Рыбу только, больше никаких продуктов нет. И она, знаете, наверное, десятки раз разморожена, снова заморожена. Ну, вид у нее не очень. Еще в городе можно купить там в больших магазинах рыбу, но неплохую. На рынке неплохую продают. А в магазинах нет. Там все залежалое. И вот я купила вот такой. А, ну я вот сказала, что я купила вот мороженое, такие продукты. Ой, а состав. Я, честно сказать, что-то не так и не... Состав, вот пишут, склад, состав. Рис, креветки, кальмары, зеленый горошек, растительное масло, филе грудки цыпленка, мясо индей, сладкий перец, лук и пряности, специи, натуральные ароматизаторы и все. Ну вот сейчас посмотрю, приготовлю, что тут получится. Вообще цвет очень красивый у этого продукта. О, посмотрите, какая красота. Его надо только немножко обжарить, как пишут. 8-10 минут на сковороде, ничего не добавляя. И пишут, что будет все вкусно. Но мы посмотрим. В общем, у нас на обед вот такое сегодня будет кушанье. Кот весь в снегу пришел. Мой красавец. Нас капитально заметает снегом. Ой, в рот снежинки подали. Даже не представляете, что творится на улице. Вообще все засыпано. Вот же только счистили с крыши. Все, теплица опять вся завалена. Вообще, представляете, что делается? Нас скоро не найти будет. Снег все идет. А я сижу и вижу. Дома. На улицу даже выходить неохота. Потому что снег все заметает прям так быстро. Красота. Гляньте-ка все. Идет, снежок идет. А дома так хорошо, тепло. Не видно. Какой-то голубь чужой так и сидит.
совсем разлохматилась. Что это такое вот? А тепло-тепло на улице. Очень тепло. Посмотрите, вот 2 часа назад я сметала. Вот отсюда вот. Сметала. Смотрите, сколько насыпалось снега. Вообще что-то творится. Невероятное, что творится. В общем, видео сегодня будет такое вот все снежное. Приснежная. Смотрите, сколько снег. Ой-ой-ой. Идет. Вчера еще хоть так понемножку шел, а сегодня вообще все прям метет и метет. Ну хоть ветра нет, и то хорошо. А то бы все выдувало. Вот так. А здесь вообще нападало уже выше, как сказать, выше бордюра этого крыльца. Смотрите, сколько снега много. Ой, вообще. Ну, в общем, вот. Ой, как красиво. Ветерок чуть-чуть подул. Смотрите, вон как хорошо. Красота. Только сказала, ветра нет, а ветерочек подул как раз. Ой, как февральский.